Мой соперник это Дмитрий Мищук, международный мастер. Сыграю против него славянку, наверное. Играет разменник. Слон g5. Пока что ничего здесь удивительного нету. И теперь мне нужно выбрать построение. Попробую, наверное, e6, f5. А слона уже буду развивать либо через d7, либо через поле b7. После a6 и b5. Можно еще h5 здесь попробовать, задвинуть h4. Думаю, эта пешка неплохо будет там стеснять его. И уже рокировка будет смотреться не так надежно. Ну, здесь просто заберу. На d4 теперь. Так, ферзь f6 хода нет, конь d5 получу. Ну тогда просто король f8. Нужно уходить из-под связок. Так, забрал он у меня пешку. Ферзем выйду на f6. Конь d4, я думаю, посильнее, чем его слон, поэтому отклонился от размена. Хочу что-то попробовать создать по линии g. Но вот конь у меня подвисает, поэтому ферзь привязан. Куда мне его лучше перевести здесь? Ладно, пока что назад. На конь е2, наверное, ладья. Не, ладья А4 нельзя, там ферзь. Что-то другое нужно искать. Ферзь G6, пока на мат нападу. Теперь на пешку. Вернулся назад, ничего не вижу пока. Дальше действовать. Так, а он забрал и сделал просто сильного коня себе. Ладья А4. Попробую по слабым пешкам пройтись. Наверное, следующий ход ладья D4 и к пешке F4 еще. Привязаться. Так, увел короля. G4 могу контрудар еще получить. Но там ферзь пойдет мой на поле D4. Может позиция обостриться. Так, а если возьму сразу? Ничего нет. Вот так еще попробую нагрузить. Теперь сюда. Так, разменяться хочет. Ну, наверное, придется уже размениваться.
Не хотелось бы, но что делать? На ладья c1 уже возьму и, наверное, ферзя на f8 поведу. Так, неожиданно. Забрал. Еще раз забрал. Теперь сюда. Может быть, даже получится за победу здесь побороться. Король у него отрезан, поэтому хочу побыстрее пешку вести, заодно не пуская его короля. Обойду здесь. Такая вот техника будет, наверное. Ну и сдался. Да, удалось мне перейти в выигранный эндшпиль. Хотя позиция была в какой-то момент хуже. Я думаю, тогда, когда у него конь на d4 стоял, а у меня слон на c6. Возможно, не стоило ему вообще бить моего неудачно расположенного слона. И просто как-то захватывать пространство. Слабостей у меня было довольно много в позиции.